Привет! Привезли тебе новую подборку самых зрелищных кадров с камер видеонаблюдения. Смотри до конца и не пожалеешь. Поехали! Если бы каждая машина умела так же, число рассеянных водителей в мире сократилось бы минимум вдвое. Говорят, за движение ночью без ближнего света волкам потом еще и штраф прилетел. По традиции, капитан падающего экскаватора покидает его последним. Помни, не важно, что ты падаешь, важно, как ты поднимаешься. Делай ставки, через сколько водитель поймет, что что-то пошло не так. Ты не пройдешь! Как думаешь, кто победит, парни или тележка? Ладно, это был хитрый ход. На самом деле победила коза. Некоторые люди склонны слегка преувеличивать свои проблемы. Девушка за рулем получила права 2 недели назад и решила сразу показать, кто теперь босс на дорогах. Главные правила грабителя-профи – не терять уверенность даже в случае провала миссии. Thank you.
без мистики в этот раз тоже не обошлось. Хотелось бы знать, что за марка шин у этого гонщика. Вряд ли ты любишь бананы так же сильно, как эти ребята. Оказывается, у лежачих полицейских есть встроенные спецэффекты и режим уничтожения. Ты, конечно, можешь пытаться заниматься любимым делом и не обращать внимания на намеки вселенной, но даже у нее есть чаша терпения. Как, впрочем, и у твоего начальника. Дизайнеры концепт-каров порой, конечно, заигрываются. У нас при виде этого утенка тоже сердце кровью обливается. Скрестим пальцы, чтобы все обошлось. Ну вот, малыш в целости и сохранности. Отличная работа, приятель! К поставленным целям нужно двигаться так же уверенно, как этот парень. Вообще, сказками про принца на белом коне девочек вдохновляют, а не запугивают. Но ты и сам все видишь. Видео, способное даже самым черствым сухарям вернуть веру в человечество. Между прочим, ребята даже не были в курсе, что их снимает скрытая камера. Именно так выглядит стопроцентно бескорыстная доброта. Как на самом деле проходят все эти женские посиделки за кофе?
Терминатор все-таки сдержал слово, хоть и вернулся в слегка неожиданной форме. Серьезно, как думаешь, как такое могло произойти? Делись мыслями в комментариях. Встать посреди ночи и отправиться на перекус – бесценно. Радует, что еще есть водители, готовые подбросить, куда ты скажешь. Веский повод насторожиться – это когда твой город за пару минут превращается в аквапарк. Давай на чистоту. Кто бы смог устоять против такого идеально пушистого газона? И все же ни одна система безопасности не сравнится вот с таким лучшим другом. Чем на самом деле занят твой босс у себя в кабинете? На сегодня все, приятель. Можешь поблагодарить лайком, если провел время с удовольствием, и не пропадай надолго. До скорого! Если вы смотрите это, значит, вы уже нарушили секретность протоколов фонда SCP. Оставайтесь на месте. За вами выехала команда зачистки. Можете пока ознакомиться с историями людей, которым повезло столкнуться с самыми аномальными объектами SCP. Все равно после прибытия сотрудников фонда вы будете обработаны амнезиаком класса А и все забудете. Эта запись самоуничтожится через 3, 2, 1...